Путь Иордан, когда сказал, что у меня это необходимо, та перверзия, да, конечно же, ну, это на самом деле абсолютно у всех нас, если не будет, то пусть будем искать ее на улицу, да, на дворе. Вот мне не только то, чтобы я поверил, показали, вот это равновесие, это информация, это архитектура мирового порядка, это все, это наш долг, это перед обществом, перед всеми людьми, это ответственность, это реалити, имею в виду, в которой мы находимся, реальность такая сейчас в мировом аспекте, соотношение брой женщин и мужчин, все остальное, это и санкция будет, это будет показать, что мы не можем доверяться женщинам, новое поколение, они будут знать, что доверие не надо иметь, а надо быть крепким, чтобы оказывал контроль над вас, извините, вот. И все остальное, да. Что-то еще было, что надо сказать. Вот, начнем с другое, которое вчера должен быть объяснит. Вот моя собака, да, конечно, которая меня подарили, когда был еще ребенок. Помогла многие, чтобы я справился с то, все кошмарах и все остальное. Я его, потому что был мужской пес. Имя поставил негр. Он был черный. Да. Старонемская овчарка на болгарский называется. Ну, пастор Алеман. Вот только волосы, как это называется, козина, у него была длинная. Ну, должны сейчас меня объяснили, что вот эти полицейские, эти обезьяны, Сименси, да, такая формация сделали, так его обучили, чтобы он тоже был предатель перед меня. А я его не предал. Когда поехал, я оставил. Много я раз хотел его забрать, меня родители говорили спокойно, он все у него в порядке, здесь он, у него нравится на дворе, там ты из его как будешь заботиться, у тебя дом нет. Я все время искал, как у меня могу покупить дом с двор, чтобы его забрать со мной. Объясняю, да, того. Если у меня долг перед нему, пусть он знал. Передайте, пожалуйста, на царство Хедис. Люси. Ну, кто-то говорит, вот она тоже хочет участвовать. Она тебе помогала, чтобы так объяснить все. Ну, конечно, ну вот, блядь, и как, никаким образом, если я же это не скажу, пусть они смогут забрать отсюда, учишь, весь мир знал, правда, они, только там манипуляции, которые будут продавать каким-то образом, где-то для Люси, вот, ну, та собачка умерла тоже, да. Я ж тоже ее любил, тоже заботился, только она у нее там не нравилось. Ну, она все видела, как со мной относились там. С нее тоже, может быть, каким-то образом так получилось, да. Может быть, потом она поняла все, в какую ситуацию находилась, когда уже не было в материальном мире существовало уже потом. Вот Фроду, та собака, которая мой женский зеркальный образ. Ее она. Да, это что неправдивое. Это что вы сделали artificial way. Вот здесь оригинально. Ну, что ж, украла там от цыганов. Вот. Гинка.
у нее какая немножко цыганская кровь. Таким образом, конечно, у меня тоже. Вот. Ее мужчина, я думаю, ну, убила. Там инцидент какой-то пришел, произошел. Вот. Фроду, так я его называл. Ну да, конечно. Эльфские у нас, как эльфах. Вот. Может быть, когда так судьба каким-то образом так поставляет магическим способом, я не знаю, как это делать, и потом что-то хотели так и со мной закончить, или что, я же вот то, что было. А сейчас, или может быть так меня пробудили, тоже возможно. Или то и другое. Где-то в середине все. Я, может быть, я брал моих выборов. Меня помогали, конечно. Может быть, не помогали. Те, которые хотели помочь на 50%, и те, которые хотели мешать на 50%, получилось третий закон физику. И что же, я таким образом сумел еще остаться в живых, что будет в будущем. Надеемся, что будем жить долго и счастливо, да, конечно. Надеемся. Верить, чтобы верили, то объяснил все остальное, что должно случиться. То пусть тогда будем верить. Сейчас время теряет, деньги потихоньку уезжают. Все время обещает и спокойно. Вот те ролики, которые девочки отправляют, что пусть все меняется, и таким способом потом у тебя будет все намного легче. Все получится, мы так исправим все. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Не могу знать. Да, болгары, они хотят не только будущее Су-35, который мы исправим, да, то, что стал Су-36, да, сделаем модификацию. Они хотят и прорыв, те 90. Торговляться хотят они, блядь. Вы их знаете отлично. Если поехали с нами. Так, вот. Ну, ответственность перед меня тоже имею. Я ж все время объясняю то, что время терять так, стоять в статику не хочу. Да, машина поехала, виза. И все, блядь, моя жизнь начинала снова. Пожалуйста. Ну, не буду искать помощь, конечно. То слово «помогите». Не могу сказать после всего, что вы уже сделали. Те пацаны, те ребята, эти братья, которые работали. Пожалуйста, вы должны понять, что я хочу работать, я начинаю то делать, меня мешает всячески, меня показывать. Если я только поеду, опять начнут где-то работать, они опять будут показывать меня. Весь этот театр, который делает, задуман уже 2 месяца назад, и все эти ситуации, которые меня, они хорошо отработали и поставили с ними, то я буду выглядеть каждый раз хуже и хуже, каким-то идиотом самым большим в мире. Блядь. Если и не только то, они мешают и всяческих, и так, и так, и так, и все возможно они делают здесь. Я должен отсюда как-то уйти, как-то съебать, и как-то уже найду тот вариант, как-то сумел каким-то образом от здесь. Ну, это не избегал. Это оставил их, и меня они оставили. Все, блядь. Это... Пришел, наоборот, нашу землю. И те, которые, да, говорят, которые со мной, пусть они будут с нами приезжать, и все.
Давайте, пока-пока.